Добрый день. В общем, я такое придумал. Это вообще, просто вообще. Ну это вообще. Я и мой хороший друг Дмитрий Многоликий. Потому что, насколько я знаю, у него всякие там миллионы альтер-эго. Но вот что я знаю, это Кашер. Типа, Кашер. Блин, где эта тема, как нажать? Ну вы поняли, да? Не важно. Кашер, вот. Подожди, точно, просто может через У? Сейчас проверю. Так. Ну, по-моему, через А, Кашер, ну типа Кашер без буквы Р. Кашер. А, ну да, Кашер, вот. Кашер, в общем. Кашер. Сейчас, чтобы вы поймали там, ну, стопудово это наше учение, как бы оно будет востребовано в будущем, я в этом уверен, потому что, блядь. Не важно. Все нормально. Так. Блин, где эта штука? Так, вот, Кашер. Вот. Мы с ним изобретатели инцел рэпа. Вот, Кашер. Вот альбом, кстати, вышел, вот там. Прикольный трек. Ну молодец, в общем. В общем, вот еще я забыл. Как бы я остальные треки-то Кашера показывал, но самый главный его трек я забыл, что инцел, как бы. Вот. Вот как бы. Смотрите, что там сейчас будет, это вообще. Я инцел, я инцел, сука, я инцел. Твои родители умрут. Я инцел, сука, я инцел. Твоя мама будет плакать по моей кончине. Я порол твою мамашу, две бочины. И твой папа умер, потому что признак мудачина. Под спидами давала шлюха задоз. Я ебал головной, ее костный мозг спидозный. Шлюха лежит под наркозом. Ее сестры были настроены серьезно. Настолько, что я ебнул и хотел лежать допоздна. Да ладно, все, я выехал уже. Ну он просто, ну, насчет наркоза, он просто врачом работает, хирургом, и он, ну, любит, так знаете, кому-нибудь сказать, ой, вам операция нужна, наркозик там поставить, и все, и поехал, ё-ма. Но нельзя за это осуждать, я считаю, потому что, ну а что, как жить-то еще, если как бы ты инцел? Ну вот, в общем, вы поняли. Продолжение. И вот я как бы. Я вот, Глонета. Я инцел. Ну и Кашер тоже. Так, ну вот. Ну вы поняли, в общем. Я музыку делаю всякую вот. Такую, например. Ну вот, вроде тоже нормально. Ну так вот. Я, кстати, еще и симп. Ну, не важно. Еще мечтаю сталкером стать. Ну, не мечтаю, но у меня немного лень. И, может, я просто так это говорю, честно говоря, чтобы вы посмеялись. Так что, может, я и не мечтаю. Я просто сам еще не знаю. Ну, думаю, с одной стороны, прикольно за кем-то проследить было бы, но, блин, лень. Да и к тому же я и так уже, ну, это надо в другой город выезжать, или, не знаю, в другой конец города. Я просто и так у себя в школе, ну, типа, я леший. Я лешим себя назвал, потому что я реально в жизни просто как леший. Поэтому, ну вы поняли. В общем, в чем суть видео-то этого? Мы с Кашером изобрели инцел рэп. В чем смысл инцел рэпа? В том, что это рэп про то, что ты лох. Не ты лох, а именно сам рэпер. Потому что эти глупые рэперы, они все, что умеют, это записывать хип-хоп про то, какие они крутые. Но ведь все мы понимаем, что, во-первых, стопудово много кто из них лохи, да? Наверняка. А во-вторых,
Во-вторых, блин, сколько уже этот рэп существует, ни одного лоха, главное. Ну, я не верю просто, что за всю историю существования рэпа. Вот сейчас посмотрим. Рэп. Сколько лет уже существует. Блин. О, 60-й. Сейчас какой год? 24-й. Четыре года уже рэп существует, ни одного лоха за 64 года, понимаете, ни одного инцела, что очень странно, потому что это больше полувека уже прошло. И в общем, мы считаем, что это должно пользоваться спросом, потому что это новый виток вообще эволюции рэпа. Он становится реально жизненным, потому что каждый лох может послушать наш инцел рэп и подумать: блин, он ведь тоже инцел, буду слушать музыку для инцелов вместе с инцелами. Ну, вы поняли. Ну, это же вообще нормально, я думаю. Ну, вы поняли. И, в общем, вот такую, я еще понял, ну вот, да, ну вы поняли. Так еще, и смотрите, что я изобрел, помимо инцел рэпа. Я, ну, и вы поняли, и каша, инцел рэп, и вот еще вот это я изобрел. Ну, смотрите, что. В общем, берем вот этот джерк. Я вообще, кстати, я создал этот жанр. Ну, не создал, как бы, первый нашел тайбит на ютубе. Потому что я сделал трек про линейку в апреле. Еще 23-го года. А я смотрел Анки, сделал в каком-то там либо ле, либо не. Может он. Ну, короче, вы поняли, я в принципе. Я считаю, что я создатель. А может и нет. Но честно говоря, я просто считаю, что я создатель. А может и нет. Ну, не важно. И вот сейчас смотрите, что мы здесь видим. Это значит у нас бит джерк. Думаем, прикольно. И как бы записываю я хип-хопщик такой. Так, вот сейчас это нововведение, мы пока не будем, но получается вот. Школа ёб нахуй, это для ебланов. Я помню только хуету после пятого класса. Я помню, что была одна тянка и не давала. Я помню, один пидор лохом меня называл, бля. И я терпел, всегда сосал и буду сосать, я не встану с колен. Ты можешь пиздить меня и мой компик хоть век, но я не дам тебе сдачи. Сука, я не цел, это путь самурая, и ты не можешь повторить твою эго говна. Тебе это не позволит, пока я буду на сцене в микрофон говорить. Я не цел, и я этого достоин. Ну вы поняли, короче, инцел рэп, вот что из себя представляет. Просто рэп про то, что ты лох. Потому что вот я смотрел интервью Дудя с Гонфладом, вроде он примерно по такому же пути шел, но он не делал, конечно, рэп про то, что он лох. Но вот Дудь там вначале говорит, что типа: слушай, Гонфлад, вот такая штука, вот ты там появился, да? А год назад был ФС популярный. И вы как антиподы, вы как черное белое, ты такой добрый весь, поешь, что у тебя нет денег. А он говорит: у меня есть деньги, я злой. Ну вы поняли. То есть переворот, переворот за счет как бы приколов, инноваций Гонфлад совершил. Рэп про то, что ты бедный. И в общем, это вот. Но он еще не отошел от того, что рэп как бы про то, что ты бедный, ты все равно крутой, стильный. Вот такая тема. А у нас новые инновации. Теперь будет рэп про то, что ты тупой лох. И вот, как бы, вы его сейчас слышали. Но это еще не все. У меня таких треков в стиле джерк. Где-то, кстати, я его изобрел. И, в общем, у меня таких треков, ну, штук 5 есть. И вот сейчас я пишу в группу комариную. Комары. Комары – это объединение музыкальное. В него входит каша. В него еще вроде как даже я вхожу. И, в общем, я у них спрашиваю. Просто я ТикТок удалил очень давно уже. Я, блин, а у меня интересно, звук в одно ухо или нет? Что если в одно будет грустно? Так, свойства. Блин, ну как понять? Ну не важно там, если что, ну вы поняли. Блин, что за жизнь, блин? По-моему, у меня реально звук в одно ухо. Ёкарный бабай. А, он у меня еще и двоится, вот это угар. В общем, да. Смотрите, что, я забыл, на чем я остановился.
А, вот, комары, да, это объединение такое музыкальное, Москва, там, они живут в ней, реально, причем. Вот, и как бы я у них спрашиваю, что, типа, вы не знаете, я, диджарк, он вообще сейчас какой, он сейчас популярный вообще, ну, просто боюсь, вот, кстати, вот, комары, нормальная тема, вот. Вот у них хип-хоп такой есть, про, вот. Нормас. Вот еще такое есть трек, вообще тоже нормально. Ну вообще прикол, еще тут, по-моему, тоже нормально. Ну вообще, ну поняли. Какая это еще? Во. Короче, нормальная тема вообще. По-моему, Падик Соль тоже клевый трек. Ну вы поняли. В общем, вот, вот, ну вы поняли. Еще у меня есть вот такой друг, кстати. Где же он? А где этот друг? Где этот друг? Блин. Что, в смысле, куда он пропал? What the hell? Подожди-ка. А, во! Видмей, он вообще вампир. Причем я не шучу. Он реально вампир из Подольска. Я вообще его называю Подольский кровосос. Он вообще молодец, вот. Нормально. Молодец, блин, вообще. Вампир. Что такое трек, я с ним могу. Ну, слушайте, там бит как у аниме, как будто прям. Ну вообще, кстати, он еще и продает биты, вот можете у него покупать биты. Вот мне вот этот трек, по-моему, понравился. Вообще кайф. Еще ник такой красивый, ну короче, вы поняли, да? Вот, что я, в общем, да, Джерк, узнал я у комаров, что Джерк, он уже все, он, короче, как этот, как Детройт стал, а Детройт это же ужас. Поэтому я был вынужден резко начать модернизировать вот этот вот бит. Ну вы поняли. Вот такой драмочки. Школа, ну вы поняли, да? И в общем так у нас получилась такая тема. Прикольно вроде. И я терпел, всегда сосал и буду сосать, я не встану с колен. Ты можешь пиздить меня и мой компик. Ну, короче, путь самурая. И в общем, пишу, знаешь, куплет, опять новое видение тоже. Я думаю, это видео будет называться «Учение инсел рэпа». Слэш новая ветвь Джерка, наверное, да, слэш новая ветвь в целом музыки, в общем. Смотрите, что я удумал. Куплет не мог придумать, и я просто пришел вот к такому решению этой проблемы. Ну а что?
в него плюю, слезами на засуне копают, как копья. Капли на твой живот, глаза была на мой год. Любовь здесь больше не живет, тебя уносил самолет. Ты не вернешься через год, меня трясет, ведь до сих пор не верю я, что я инцел. И вот, вы поняли, да? Новая ветвь, две даже ветки, вот, смена драмки. Просто брать какой-нибудь бит вообще в целом, я думаю, что даже есть вероятность, что я потом это на площадке отгружу, скажу, о, это я бит сделал, смотрите, о. Но я так не буду делать, потому что сейчас вы поймете вот тут просто, что происходит. Ну и в целом, вот что-то мне, вот я выкладывал через Румедию, ну я любил такое, да, Free for Profit скачать. И постоянно у меня прокатывало, сейчас мне пишут, давай, еще раз такое сделаешь, подонок, мы тебе аккаунт удалим. Я же подумал, ну вот это, не буду так уж и быть. Я подумал, блин, меня так-то слушают только во ВКонтакте в основном. То есть у меня в общей сложности где-то 35 тысяч прослушиваний. И только они все во ВКонтакте, и только 1000 из них в Яндекс.Музыке. И в чем проблема мне тогда во ВКонтакте просто выкладывать? Я все, что теряю, это возможность смотреть статистику. Это, кстати, конечно, неприятная потеря, но я просто буду знать примерно там, как по прослушиванию. Но типа, я вот сейчас понял, что если у тебя в плейлисте какое-то количество прослушиваний, чтобы узнать истинное количество, надо просто там на 3 умножить, и вот, нормас. Допустим, у меня вот на альбоме там про Спанч Боба сколько, 300 прослушиваний, а по факту, 1000. И как бы я все равно денег с этого не получаю, мне приходит 500 рублей в квартал. И нахрена оно мне надо? И как раз я смогу полностью, ну, максимальные рофлы устраивать, сейчас вы поймете какие. Поэтому да, если какие-нибудь люди, сейчас, я надеюсь, это видео станет известным, если кто-то посмотрит, послушает мою музыку, услышит там свой бит, я больше так не буду делать. Не переживайте. Да к тому же, если я стану популярным, у меня был такой всегда план, я просто, если стану популярным, я просто заработаю кучу денег, я куплю все биты. Хотя, во-первых, они free for profit, вы что мне мозги парите, подонки. Так что вот, ничего я не куплю. Не, ну я куплю, конечно. Но если богатым стану. А так я Free for Profit скачиваю. Если кто-то сейчас мне что-то скажет, извините, конечно, но не надо Free for Profit писать. Вот такая вот тема. Да. Так, что я хотел сказать. Вот, что, не мог я куплет придумать. И вот, это новая ветвь эволюции музыки. То есть, помимо лох-рэпа, инсел-рэпа. Вот. Просто брать из любых других рандомных песен себе куплеты, да, воровать. Раньше это считалось лютым кринжом, но, во-первых, между прочим, время идет. Раньше же, вон, я недавно видео про Фейса смотрел. Кстати, вообще крутое видео, у меня мурашки прям пошли на одном моменте там. Ну, вообще, да, знаете, у меня такая тема. Я когда смотрю концерты какие-то или просто там, ну, вот эти артисты там, что-то там на сцене кричат. Не знаю, у меня мурашки идут, и прям слезы идут, прикиньте, ну слезы восторга. Я смотрю это видео, и там он говорит, Фейс стал самым... Сейчас, короче, я вам его покажу, это просто видео, чтобы у вас тоже слезы потекли. Короче, я вижу такую тему, у меня реально слезы идут, это уже супер давно идет. С тех пор, как я Мартина Гаррикса слушал, мечтал стать диджеем, вот я еще тогда смотрел. Он, не знаю, вот на Инмайс мне что-то не очень нравится. Не знаю, он мне как-то... Как будто вот у меня в школе, как бы, да, я ж потому и Лёша, что я, ну вы поняли, да? В школе все думают, что сумасшедший. И вот мне кажется, что Nine Miles и K-Angel это вот сердце культуры людей, которые считают, что я сумасшедший. С другой стороны, ну, как бы, комариные люди тоже там некоторые слушают Nine Miles и K-Angel, и вроде нормальные, так что, наверное, я ошибаюсь. Но мне все равно кажется, что если бы я учился в одной школе с K-Angel и Nine Miles, они бы считали, что я сумасшедший. Мне это не нравится вообще. Но я не учился, так что, может они так и не считали бы, но неважно. Короче, вот видео про Фейса. Фейс. Прайм. Да, блин. Мне просто страшно заходить в YouTube, у меня там какие-то рекомендации странные будут, мне немного стыдно. Мне уже стыдно за то, что я рабочий стол спалил там. Так что не надо, наверное, стыд увеличивать. Так, чё вы сейчас? Фейс. Фейс. Прайм. Это тема вообще клёвая. Помните клёвое время, видео? Когда в обществе русский рэп считался полным дерьмом? Во! Что это глупое? Помните время, когда в обществе считалось, что брать куплеты из других песен и вставлять в свою считалось полным дерьмом? Да это вообще не музыка. Да время, это вообще когда, чтобы не искусство. Рэп признали, он должен был быть изъёбистым, созданным, идейным и очень глубоким. Ну вы поняли, да? Я по сути сейчас буду переворачивать эту рэп-индустрию просто.
своими приколами. И, в общем, там то же самое. Конечно, еще не дошел до того, чтобы с треков ЛСП себе куплеты брать. И, в общем, неважно, короче, смотрите, что я там, по-моему. Вот, Запад, блин, вообще патриот был вообще. Смотрите, короче, что. 10 за месяц. Его шиперят с Марьяной Ро, как оказалось. Смотрите, сейчас как круто будет вообще. Форсят уже у меня уже сейчас мурашки идут. Просто когда вот крутость какую-то, такую жесткую вот. Успех наблюдаю. Я даже вот слово пацана смотрел там, когда Володя Адудас, в общем, пришел в этот кафе, начал там всех встретить, по-моему, он крутой мужик, у меня мурашки пошли, я думал. И вообще напряжение, все слово пацана смотрел и плакал. Ну, от восторга, типа, вот, блин, ну, конкретно от Володи Адудас так там, ну, даунищей полно, но вот, блин, и меня от восторга, что, блин, вот почему я лох, а вот Володя Адудас нормально там просто. Убил там нормально, крутой парень. Ну, неважно, так фейс. Вот, смотрите, что сейчас будет. Это вообще мурашки просто. Самые крупные медиа. Казалось бы, куда еще? И тут. Сейчас такое будет. Сейчас такое будет вообще нарезочка такая вообще величественная. Смотрите, что будет. Итак. Что мы сейчас вообще мурашки пойдут. Осень, 2017 год, который, я напомню, считается легендарным, и героев было очень много. И Иван Дрёмин, а.к.а. Фейс, самая обсуждаемая звезда. Ой, сейчас поехали, давай, мурашки. И после того, как он уронил Запад, на волне невероятного хайпа, он еще роняет альбом, который, конечно же, бьет абсолютный рекорд по репостам ВКонтакте. Ну, кто-нибудь удивился? Я даже Фейса... Чего, мурашечки? Короче, я в то время вообще Фейса ненавидел. Я просто любил Мартина Гаррикса слушать. Думал, я там музыка, вся музыка, кроме Мартина Гаррикса, для дебилов. Но я сейчас сам дебилом стал, в принципе. Того, как он уронил Запад, на волне невероятного хайпа, он еще роняет альбом. Который, блин, конечно, сейчас такие мурашечки пойдут вообще. ВКонтакте. Ну, кто-нибудь удивился? Голос молодежи от мажоров до окраины ремеля. Аврора, панда, нахуй, рэп и громы не играем. Я тоже десятый раз пересматриваю, у меня слезы идут от неимоверной крутости. Ну, это кринжово, но неважно, короче. Смотрите, что, я просто, у меня такая мечта, что я тоже допишу шедевр Ансел рэпа просто вместе с Кашером, и мы вот так же, типа, будем. Я Ансел. Что, такой же клип там, ну, что, типа, горящие женщины. Я там, ну, понял. Итак. И что, какой-нибудь промо с Пэкс через... Сколько? 17-й год, сейчас какой год? 4-й, 24-й, так, сейчас посчитаем, сколько лет прошло. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, блин, ламповый котик, извини. Блин, я сбился. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, да, прошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лет. Что просто я вот просто, ну, вы поняли, целый рэп уничтожит этот мир, и просто про нас будут спустя, блин, я опять забыл, а, 7 точно, да, 7 лет, снимать вот этот промо, снимет видео, вообще, типа, самые обсуждаемые артисты, и такую же сделает нарезочку, где мы там, ну, клип, где мы женщин сжигаем. Ну, вообще не все женщины, на меня просто женщины тоже подписаны, если что. Просто все, ну, те, которые на меня не подписаны, они, знают, что смогли осознать мою лешую натуру. Им это, видимо, понравилось, если они подписались, и поэтому их я уважаю, потому что женщины делятся на два типа, демоны и нормальные, чтобы просто, ну, не обижались. И вот большинство демоны, но бывают и нормальные, и вот все, что на меня подписаны, они нормальные, потому что они смогли выкупить всю, ну, все вообще, ну, вы поняли. Да, вот, нормальные, короче, женщины есть, но что-то их так мало, что в шоке просто. К тому же, они нормальные, как бы, блин, что у меня с мушкой, подожди. Не только. А, нормально. Они нормальные. И как бы, учитывая, что их мало, как бы, мне, а обо мне они вообще, наверное, не думают, потому что там на них такой спрос на нормальных женщин, что вообще я-то им зачем? Ну, вы поняли, короче. Блин, к чему я это говорю? А, чтобы женщина не обижалась, так же женщина не обижается. Если вы на меня подписаны, и вы смотрите это видео, и вы не ставите на него дизлайк, значит, вы нормальная женщина, я вас уважаю.
Так что все, короче, все, что я сейчас буду говорить ужасное про женщин, это направлено именно в сторону демонов. Так что вот, погнали. Только рэп пап. Я надеюсь, что будет так, короче. Крупные медиа. Вот это казалось будет нормально, какая женщина, так тоже и... леший. Я хочу в костюме лешего. Я просто, если я стану известным, я как, я, знаете, вот как 100 гекс. 100 гекс, вот. Видите, они в костюме волшебников ходят, им вообще нормально где-нибудь. О, короче, я также буду, короче, просто в костюме лешего, ну вы поняли. Вот. И что мы так будем просто. Оо. Я реально леший, я инцел. И он мой друг тоже инцел. Он кушер, точнее кашер. Итак, и вот такая тема, и он будет через 7 лет снимать осень, видео. 2017 год, который, я напомню, считается легендарным, и героев было очень много. И Иван Демин, а.к.а. Фейс. А.к.а. Леший самая и Кушер. Два лица, мы Гидра, звезда инцельская. И после того, как он уронил Запад на волне мира... После того, как он популяризировал инцелов. Невероятного хайпа, он еще роняет альбом. Он еще который... лучше. Я хочу просто, чтобы в будущем, вот сейчас что у нас сейчас, чтобы быть крутым, надо Stone Island купить, людей убить, обзывать, быть крутым. Я хочу просто, чтобы всякие люди эти переобулись просто, вот, вместо всяких там, ну вы поняли, специально там не брились, там одевали очки, ну короче, толстели, вот чтобы это было идеалом, крутостью. Конечно же, бьет абсолютный рекорд по репостам ВКонтакте. Ну, кто-нибудь удивился? Вот. И, короче, голос инцелов от красивых до некрасивых. Видмей, комары, леший, лес, мы не играем. Инцелы, инцелы, молодые инцелы. Инцелы. Инцелы, молодые инцелы. Короче, вот это моя мечта, надеюсь, она исполнится. Я не знаю, что мне делать в этом мире, если она не исполнится. Я всю жизнь был лохом, я хочу стать крутым, типа. Блин, я сам себе противоречу. Ну, стать крутым в своем понимании, короче, так что вы поняли. Сделать, понимаете, не изменить себя, чтобы стать крутым, а изменить мир, чтобы я считался крутым. Вот что я хочу. Неправильный не я, неправильный весь мир. Это я услышал в аниме одном. Короче, вот. Что к чему? Вот, да, он, короче, он же перевернул, получается. Раньше там, ну вот, я так понял, до него все были умными, после него все стали тупыми. Я хочу просто, чтобы до меня все что-то, ну вы поняли, думали, после меня все просто вот так начали. И так вот, это я вам показывал. Знаете, что потом идет, да? Я подумал, ну ладно, что вот, раз мне и так начали уже это говорить, что еще раз что-нибудь выложишь на площадке с Free for Profit битом, мы тебе аккаунт удалим. Поэтому я просто буду во ВКонтакте все выкладывать. А раз я буду все во ВКонтакте выкладывать, значит, себя вообще никак не могу ограничить. Ну вы поняли. Круто, я читаю трек. ЛСП очень крутой. Короче, вы поняли, да, я думаю, я всю свою инцельскую душу, все идеи инцелизма, не инцелизма в музыкальном плане, короче, все, я вам изложил, товарищи. Надеюсь, у меня получится изменить этот мир. И если вы разделяете
мои идеи тоже хотите мои, и, ну, короче, вы поняли. И Кашара. Разделяйте, в общем, наши инцельские идеи. Вы должны поставить лайк, подписаться на этот канал, найти мою группу ВКонтакте. Я показывал, как она называется, просто мне лень там ссылки оставлять. Найти группу ВКонтакте Кашера, найти комариную группу ВКонтакте, найти группу ВКонтакте Видмея. Подписаться на них всех, поставить лайки на каждый пост, оставить какой-нибудь комментарий. Послушать каждый наш трек. Желательно несколько раз даже. Потом репост сделать. И вот так вы поможете нам, поможете мне, поможете себе, поможете нам, мне. Вы поняли, короче. Человечество очистится. И все в ваших руках. Прямо сейчас вы стоите на пороге. На пороге нового культурного переворота. И все только в ваших руках. Потому что я не смогу создать очень много фейковых аккаунтов и сам просто себе лайки ставить, репосты делать. Поэтому, товарищи, давайте. А я, в общем, с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. До скорых встреч. Я для красоты подожду 5 секунд, 15, там, чтобы 30 минут ровно видео было. Сейчас давайте. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.